Найда думает, что это кто-то чужой подъехал. Гавкает. Найда, успокойся. Ну, будем грузиться, а то время уже. Время ехать, да. Всем здравия, друзья. Вы на канале приюта бездомных животных. А мы сегодня вам покажем ролик про песика, который чудом спасся от живодеров. И сам пришел, ища помощи в приют. Опять? Да, опять обосрались. Все повторяется? Угу. Так, ну давай, наверное, закрой обсиранцев, а то мы сейчас пока клетку будем выносить, они еще выскочат. Угу. Такой песик, наверное, что-то у меня большие сомнения по поводу выбранного места. Ага. Для парковки, да? Скажи, что-то я парковочку выбрал не очень удачно. Ага, зачем я залез к вам под контейнер? Пойдем сейчас, поедем лечиться. Поедем. Ну, поехали. Все. Все, едем. Это съемка заднего плана. Я могу вас в зеркале показывать. Надеюсь, мы сегодня без пробок доедем. Суббота. Зато все красные светофоры соберем. Ну да. Второй из двух. Вот. Боится бедненький. Там сделают ему укол антибоязливый. А. И он вообще ничего не будет бояться. 20 минут. 20 минут или мы опаздываем уже? Уже на 10 минут опаздываем. А, уже опаздываем. Ну да, без пробок, но все равно, потому что все красные наши были. Подъезжаем. Ой. Есть место. Повезло. Да. Повезло, так повезло. Ну что, пойдем? Пойдемте. Песочек. Ты готов? Здрасте. Здрасте. Смотри, ну пони. Там на фотках похоже было, что это пони. Так вот прям гриво. Фу. Доставать мы его боимся, да? Он высидировать? Что-то так, да? Угу. Он, знаешь, он не кусачий. Он позволяет себя гладить. Угу. Но он в стрессе. Угу. Видимо, его кто-то порезал, и он сейчас такой. Ну... Мы его только поймали. Пару часов назад. Его по возможности просто притянуть какой-то из сторон. Да, да, сейчас мы его подвинем. Я на всякий случай привязал, потому что клетка говно. Такое откровенное, откровенное. Вообще ужасное просто кусочки. Да не бойся, песик. Он, наверное, думает, нифига себе, припарковался. Угу. Я думаю, он потом успокоится, мы сможем его обрабатывать. Тот тоже, который с лапой был, помнишь, он да. Даже огрызался такой весь. А сейчас такой вообще там. Да. Угу. У него сейчас, кстати, как дела? Лапу ему не ампутировали? Нет, не стали ампутировать. Он ее не держит, но если я настаиваю на том, чтобы он поставил эту лапу, он ее ставит. То есть вот заставляешь его он на лапку, на эту, он может на нее вот так опираться. То есть там повиснуть на коленке, там ее лапки дать, он может. Но он такой не хочет. Хитрый, короче, пес. Что-то он не собирается спать, да? Да непонятно. Ты собираешься спать? Нет, он не собирается спать. Мы когда ушли сейчас ту собаку смирить, он вообще на лапы пытался встать. В этот день мы встретили в ветклинике очень много интересных животных. Но про них мы расскажем в отдельном ролике. Попробуем вытащить.
давай пробуй. На это не наклеит. Куда наклеит? Куда наклеит? На стол? Я поняла, но на все промывалось. Раны более вкусные. Есть раны, поэтому... Давай завяжем на всякий случай. Сейчас завяжем и поставим. Ага, хорошая. Замечательная. Ну, как долго это уже? Дня три. Дня три? Фу, вонючий. Угу. Давай, знаешь, что еще? Давай глянем. У него тут еще была какая-то штука. Да, от него, да, воняет. От него воняет, да, эти? Вонючие. Да? Из-за этого это рана? Бедный. А что с ним случилось? Не знаю. Как? Ну, нашли такого. Я понял. Кто-то машина сбила? Да нет, кто-то съесть хотел, наверное, он вырвался. Нашего тоже хотели съесть. Ну, кореша не дали, отбили. Он с друзьями был, с овчаркой и с этим. Нет, тут его кто-то из человеков хотел съесть. Да. Резаная рана, не кусанная. Сегодня много кусанных собачек, да? Не смотри. Это все равно это не выставишь. Не будем думать? Ну, чуть-чуть. Нет? Ну, посмотрим, да? Помнишь, у Бига как было вообще, капец? Капец. Офигеть. Клеточки снимать же? Ну, через 2 недели, да. Сначала можешь снять? Что-то блох не видно. Кать, что-то блох не видно, да? Ну, не видно. Пешком не идут. А это надо ему что-нибудь там, кровь взять, типа там, анализы какие-нибудь сделать? Как ты считаешь, как сделать? Ну, в принципе, как бы я... Конечно, ничего не знаю. Ну, давай сделаем, мало ли, да. Вдруг у него еще какая-нибудь фигня. Если вот такая жидкость прозрачная, ну то есть просто вот кровь, да, и без раствора, без гноя, значит, можно снимать на 3 сутки. То есть на 3 сутки такая жидкость, то мы его просто снимаем. И все. Значит, больше он не нужен. Выливаться. Слушай, ну он уже прям такой. Взрослый. Взрослый песик. Что-то есть еще в нем. Ты что? Убегает. Хвостом машет. Так, у нас помимо серьезного воспаляющего пирокозмос. Круто. Походим микрофаты, потому что биохимия у нас не получится взять, потому что сыворотки у него нет, мы приложим. Сыворотки крови, но биохимия берет сыворотку. У него вместо сыворотки просто слизь. Ну, то есть это связано с... Из-за того, что перед. Обезвоженный. Балдей. Друзья, прошу прощения за качество звука. В клинике было очень много посетителей.
Ну, я сейчас поясню вам сложившуюся ситуацию. В общем, правильно сделали, что решили взять анализы у песика на всякий случай. И оказалось, что у песика, кроме серьезного воспалительного процесса, развивается пироплазмоз. Песика укусил инфицированный клещ. Лечение, конечно, значительно усложняется, но мы будем стараться. Капельницу дай ему капать. Вот хорошо, что взяли анализы. Угу. Вот это пишешь? Да, он хвостом иногда постукивает. Пес, который виляет хвостом. Пес, который забывает дышать, но виляет хвостом. Дыши. Блох или клещ? Клещ? Клещ. Блин. Вот он. Вон он идет. Идет. Вот. А, Катя, а мы можем вот эту штуку вокруг ошейника обрезать? Да, конечно. Я его будить не буду, да? Да не надо, пусть спит. Тихо, не надо, я все. Песик, да ты схолёси такой. Так, а как же нам отсюда выехать? А-а-а. На этом громадном узине. Не знаю. Все, едем мы домой. Песик спит еще. Просыпается. О, ой, он встает уже даже. Нифига себе. Песик. Приехали. Так, ну что, заносим? Заносим. Сейчас мы, песик, восстановим дееспособность твою. А, и на пеленку, да, ему сразу положить? Да, давайте пеленку. Сейчас. Вот так. Поводочек я пока снимательно не буду. Так, давай запихивай пеленку, насколько запихнется. Да, водичку ему надо оставить. Водичку можно чуть позже поставить, а то он сейчас начнет пытаться вставать и перевернет ее. Ну да, давайте тогда. Водичку лучше через часик. Вот, сейчас он начнет пытаться вставать и посмотрим. Угу. Галя боится. Да он сейчас уже не должен укусить. Он еще не в таком состоянии. Скажи, кому там я что должен? Это вот это ваши инсинуации, все, должен или не должен. Ну, кушу и все дела. Вот так вот. Песик, лежи. Чуть попозже к тебе придем. Проведаем, посмотрим, как ты тут поживаешь. Ну, что сказать, друзья. Операция прошла успешно. Выявили мы дополнительные заболевания. Ну, а что будет дальше, смотрите на нашем канале. Огромное спасибо всем, кто поддерживает приют. Мы очень благодарны вам за любую помощь. И быть добру!